уже вами гордятся все. Я сегодня для вас приготовила много сюрпризов. Вы сегодня разрешаете быть волшебной феей? Разрешаю. Я подумала, что было бы очень неплохо, чтобы хозяйка салона тоже преобразилась. Вы готовы, Люда? Да, готова. Коленки дрожат? Дрожат. Стало страшно. Мы выбрали очень классные вещи, да, и очень современно, и очень стильно. Но салон изменился в корне. Мы покажем в этом выпуске «Было и стало», и, собственно, метаморфозы ничуть не меньше, чем с тобой. Помни самое главное. Смотри на себя почаще в зеркало. Ты очень красивая. Ты об этом забыла. Ты другая совершенно сейчас стала, и это есть ты. Всем привет, друзья! Сегодня я решила, что выпуск будет необычным, потому что впереди Новый год, потому что хочется магии, чудес, и я смотрю, что у нас такое бизнес-шоу, и все время все трудятся, и трудятся, и трудятся. И сегодня в Киев приедет к нам из Мариуполя Людмила, Люда и Катя. Во-первых, у них закончился наконец-то ремонт их салона, и вы сегодня увидите, как сильно все видоизменилось. Но, во-вторых, знаете, я смотрела на эфиры, когда они открывались, смотрела на фотографии и поняла, что Люда прекрасная и замечательная. Она сделала уже даже классный салон, но вот как-то сама она никак не может преобразиться. А тут открываешь журналы, и везде роскошные девушки, преображения. И я подумала о том, что пора Людмиле напомнить, что она прекрасна. Поэтому сегодня у нас будет много магии и чудес. И сегодня я наконец-то стану ведущей программы на 10 лет моложе. Снимите это немедленно. Короче, мы будем превращать сегодня нашу Люду в настоящую красотку. Ну и, конечно же, говорить о бизнесе. Куда же без этого? Поэтому сегодня вместе с магической группой людей, наших зрителей, любимейших, я вас обожаю просто, мы будем творить магию. Смотрите обязательно до конца. Take me to Neverland. У нас сегодня с вами необычный день. На самом деле. Необычный, потому что я сегодня для вас приготовила много сюрпризов. И для одной, и для второй много приятных сюрпризов, потому что вы сделали большой шаг, вы пережили ремонт, вы сейчас на новой стадии, и понятное дело, что дела как? Дела не так сейчас, как бы вам хотелось. Хотелось бы лучше и лучше. А для волшебства по мгновению вот такой вот палочки оно не происходит. Вы должны это понимать. И то, что вы сейчас, возможно, находитесь в состоянии сомнения, что, о боже, надо ли было это делать, а зачем, это абсолютно нормально. Но я думаю, что пройдет сейчас пару месяцев, и вы будете очень собой гордиться тем, что вы это сделали, потому что уже вами гордятся все. Я посмотрела, что насколько поменялся сильно салон с того, что было, и с того, что стало. Нам самим не верится, что это уже нам, что мы это сделали. Это мы махнули волшебной палочкой. Сегодня мы проживем этот день немного не так, как мы проживали его обычно. Он у нас будет волшебным. А в конце дня, когда вы будете в другом настроении, мы поговорим с вами уже вместе с Сергеем о бизнесе. Говорим? Вы готовы? Отлично. Людмила, чему нам готовы? Ко всему готовы. Вы сегодня разрешаете быть волшебной феей? Разрешаю. И не будете сопротивляться? Нет, я вам доверяю. Так, девочки, мы сегодня приехали в S&A Group. И вот, это Марианна, она хозяйка салона. Это Людмила, тоже хозяйка салона. И Катя тоже хозяйка салона, но в Мариуполе. Девочки сейчас переживают трансформацию, потому что старый салон Людмилы мы приказали закрыть, уничтожить, сделать полный ремонт.
там. И сейчас у девочек новый салон, полный апгрейд. Катя стала партнером Людмилы. Катя занимается у нас непосредственно, она мастер, она стрижет, красит. Арт-директор, да? Занимается всей красотой. Вот. И ну, Людмила у нас сейчас больше стратегическая, да, занимается. Смотри, девочки открыли сейчас, то есть у них вот только-только произошел ремонт, они открыли заново, и естественно, что сейчас меняется клиентура, потому что раньше приходили обычные совершенно люди, да, там какие-то стрижечки, а сейчас девочки в Мариуполе хотят создать некий новый уровень, новую красоту, и, конечно, сейчас переживается такой момент, знаешь, когда вот этот вот перещелк произошел в одной стороне, но нужно перещелкивать во все. И я сегодня неспроста приехала и привезла вас сюда, куда вы не знаете, потому что я подумала, что было бы очень неплохо, чтобы хозяйка салона тоже преобразилась. И мы сегодня с Марианной будем заниматься первой ступенью, Людмила, твоего преображения, потому что мне кажется, что ты созрела для того, чтобы измениться. Измениться и посмотреть на себя другими глазами. Потому что вы видите Люду каждый день, она вот у вас уже сложилась. А мы хотим увидеть тебя новой, молодой, красивой и настоящей хозяйкой. Поэтому сегодня нужно довериться Марианне. И моему коллективу. И ее коллективу. Вот. И плюс у нас будет очень классная возможность, потому что S&A Group — это не только салон красоты, это еще и формат обалденного обучения. И у Кати сегодня будет возможность задать интересующие вопросы, получить какие-то консультации всевозможные. Ну, еще пережить много сюрпризов, потому что сегодня день только начинается. Пора. Поэтому заходим. Вы готовы, Люда? Да, готова. Коленки дрожат? Дрожат. Стало страшно. Но я думаю, что это будет круто. Я всегда мечтала об этом. Я всегда мечтала сделать такую программу, где девочки преображаются. Я тоже. Все, спасибо, пошли. Пошли, девочки. Здравствуйте. Вот мастер. Оксана Титаренко. Мы уже давно, это преподаватель нашего учебного центра, колорист, универсальный мастер, вот, и по стрижкам, и окрашиванию. И она будет заниматься сегодня Людмилой. Да, и будет сегодня заниматься Людмилой. Так, вот. А что вы скажете о Людмиле? Потому что мы присылали фотографии Людмилы, да. Мы уже обсуждали. Очень удачные фотографии. Ну, какие мы нашли. Мне намного лучше понравились. Вот, это хорошо. Что мы будем делать? Или это будет полный сюрприз? Что надо подумать, надо познакомиться, ваше направление, цветовую гамму, как воспринимает человек. Пообщаемся с Людмилой, правильно? Да. Сначала, да. Самое главное... стараться делать красиво, естественно. И, естественно, чтобы гармонично было, чтобы это не было такого, чтобы вы себя было, комфортно, да, чувствовали в новом образе. Хорошо. Так, ну да, это да, интересно. Давайте я предлагаю располагаться. Да. Занимаемся, начинаем заниматься Людмилой. Тогда мы сейчас поменяем место дислокации. Хорошо, да, все, да. Люда, готова? Да, да. Все. Интересно. Мне самое интересное. Да, отлично, план. Итак, пока у нас Людмила начала преображение, к нам сегодня присоединилась Яна. Яна, скажи мне, ты мечтала поучаствовать в проекте, чтобы женщина менялась на глазах? В принципе, как бы я мечтаю не только в проекте, это вообще мне очень нравится смотреть на женщин, которые меняются на глазах, и видеть эти изменения. Это настолько здорово, настолько круто, и настолько меняет их жизнь кардинально, что это просто не может не восхищать и не радовать. Слушай, ну я супер рада, что в нашем бизнес-шоу это будет, потому что сегодня мы с тобой, а пока еще мало кто знает, делаем Людмиле вообще настоящий сюрприз, потому что она ничего не знает. И сейчас она уже села в кресло к мастеру с дрожащими руками, потому что сейчас ее будут стричь, красить, менять. Но сегодня Яна не появилась не просто так, потому что сегодня мы поедем с Яной. Яна будет выбирать у наших партнеров лук. Да. Новый лук и новый образ для Людмилы. Как ты думаешь, это просто сделать или нет? Я считаю, это сделать достаточно просто мне, как стилисту-профессионалу, но это может быть
немножко тяжело самой Людмиле, которая привыкла жить в определенном образе, в определенных таких своем мире, в определенных рамках. И, ну, я думаю, ей понравится. А что бы ты вообще посоветовала, вот глядя на нее? Потому что мне, например, не нравятся все вот эти ее платьечки, рюшечки. Ну, на данный момент у Людмилы у нас образ такой тетеньки. Тетенька. Это проявлялось и в прическе, которую сейчас меняют специалисты. Это проявлялось и в одежде, в тех расцветках, которые она выбирает. Угу. Бесконечные цветочки, лепесточки. Бесконечные рюшечки, оборочки и бантики, которые, в принципе, как женственный образ имеют право на существование, но не в ежедневном гардеробе. Но они ее делают бабонькой. Тетенькой, да. Тетенька-бабонька. Тетенька такая. Она молодая мать, между прочим. Она молодая женщина. И хозяйка салона. Современная, да, она хозяйка салона своей жизни, она стремится к развитию, достигает новые вершины, и поэтому это надо менять, и одежда должна ей в этом помогать, и ее в этом поддерживать, потому что, в принципе, одежда на нас тоже влияет, как мы выглядим, это влияет и на наше поведение, и на то, как нас воспринимают окружающие. Угу. И очень важно донести самой Людмиле, что она не просто тетенька такая вот в цветочках, угу, и оборочках, а что она девушка женственная, при этом мы не говорим, что мы из нее будем делать, да, какого-то мужчину, мужика, угу, там. Это будет женственный образ, но при этом он будет современный, а не такой, как носили когда-то в 60-е годы наши предшественники. Я предлагаю тебе внимательно сейчас посмотреть, что будет предлагать ей мастер и на чем они сойдутся по образу, потому что, угу, мне кажется, важно все-таки понимать сейчас, в какой цветовой гамме она окажется, да, какая у нее будет длина волос, какая у нее будет стрижка, для того, чтобы мы с тобой уже могли поехать и подобрать вот именно ту одежду, которая ее сегодня украсит и, да, превратит, ну, в какую-то другую Людмилу. Да, и чтобы этот образ был завершенный, не рассказывала голова и туловище совсем разные истории, а чтобы это был один рассказ, который расскажет о Людмиле всей стране, всему миру, ее городу, вообще. О, и вообще классно! Расскажет Людмиле ей о самой себе. Все, пошли смотреть, что сегодня. Да. А ты будешь делать, что ли? Да. Ого! Вообще крутяк! На самом деле, я же всегда была руководителем. Да. Как бы вышла замуж, меня муж сразу влил в бизнес, который он уже развивал, сам отошел от него, потому что ему стало неинтересно, постоянно в бабском коллективе, ну, да, он, да, устал от женщин. Слушай, как у меня сегодня вообще супер-пупер обслуживание. Офигеть! И я уже лет 10, даже больше 12, полностью без него. А вот, и то есть только управляла. Потом поняла, что для того, чтобы понимать свой персонал, я должна стать сама мастером. Понятное дело, колористику я так не углублялась, потому что у меня достаточно своей работы. Но я начала с укладок. То есть меня настолько вдохновило, я вдохновила всю команду. То есть из-за того, что я стала рядом с ними, вместе плечо к плечу, и мы начали делать укладки. Потом меня вдохновила всегда идея лечения волос. То есть, опять же, я всегда хотела отрастить густоту, то выпадали, то одного родила, то второго родила, то есть постоянно, mm-hmm, какие-то были. И вот пошла, начала учиться ходить сама на все тренинги, кожа головы, реабилитация волос. И вот сейчас, то есть обучила всех своих мастеров, но стала так тоже экспертом в этом, в этой области. Вот. Обалдеть! А я, конечно, скромно решила воспользоваться ситуацией, да, и думаю, ну, чем бы мне тоже что-то хорошее не сделать с волосами. Я, на самом деле, увидела вчера, mm-hmm, в Инстаграме какую-то красивую фотографию таких переливающихся волос, mm-hmm, и я подумала, блин, я же буду снимать в салоне несколько часов. Неужели я за эти несколько часов как-то с пользой не проведу еще время двойное? Я как, mm-hmm, оптимизатор, знаешь, мне надо много всего и сразу. В общем, сегодня сама владелица СНД групп Мариана будет делать лечение волос. Да. Класс. We'll be right back.
Очень много витаминов. Да. Да? Да. Так, ну что, мы с тобой приехали выбирать одежду. Выбирать одежду, менять жизнь и образ. Класс, но я предлагаю вначале пообедать, потому что я как умная женщина. А ты умная? У тебя есть еда? Да. У тебя тоже еда. Вот, ну а я... Я не буду рекламировать. Ладно, а я буду свою рекламировать, потому что я хожу сейчас с этой сумочкой Фудекса. И, кстати, сегодня у меня предпоследний день в программе. Я продолжаю ходить. Так что давай вначале поедем. Да, поддерживаем. Ну, поедем. Здравствуйте! Добрый день! Здравствуйте! Здравствуйте. Оля! Оля! Мне тоже! Яна! Здорово, очень Оля, приятно! Главная зажигалка страны! Ого! Обожаю прекрасные Спасибо! Девушки. Спасибо большое! Так, ну что, мы пришли, покажешь нам? Вы покажете, кто будет показывать? Поехали! Да, поехали. Ситуация следующая у нас. Героиня Людмила очень женственная, очень романтичная натура, и поэтому, в принципе, в ее гардеробе преобладают платья. Причем платье такого очень женственного кроя и женственных расцветок. С цветами, с розовыми рюшками, бантиками. Сказать, что это сейчас чрезмерно актуально, нельзя. Потому что все-таки сейчас общество развивается, и тенденция лаконичного кроя, простого дизайна, она набирает обороты. Поэтому, чтобы Людмила выглядела более современно, надо немножко в ее гардероб добавить простых базовых вещей, лаконичного, простого кроя, без замысловатых каких-то деталей и украшений. Поэтому мы рассматриваем сегодня и платье, и рассматриваем другие предметы гардероба. Оль, буду советоваться с тобой. Давай. Первый, как вариант, мы можем подобрать ей... Жилет. Мне вот этот очень нравится. Да. Общаясь с Людмилой, у нее есть запрос, как у каждой девушки в мире, выглядеть стройнее, выглядеть повыше. И этот предмет гардероба справится с этим замечательно, поскольку вертикальная полоска вытягивает, линия визуальная, которая будет от одежды, посередине. Угу. Мне вообще, кстати, очень нравится такое качество такое хорошее, да? Вещь универсальная, которую можно носить круглый год. Летом с майками, с футболками, зимой даже связанными свитерами, с блузами всевозможных цветов. Вещь отработает себя на 200%. И точно так же мы одеваем это и с брюками, и с юбкой, и даже с платьем. Совершенно спокойно пояс можно использовать, можно даже не использовать. Можно застегнуть по центру, можно оставить расстегнутую, чтобы у нас создавалась такая вертикаль цвета, которая будет стройнить и визуально силуэт делать выше. Поэтому, в принципе, думаю, такая вещь Людмиле должна понравиться. И, что немаловажно, она попробует для себя что-то новое. Потому что, опять-таки, она у нас барышня в платьях, она таких традиционных женских вещах, а это для нее будет новый опыт. И, в принципе, ей должно понравиться. Давай рассмотрим другие варианты, потому что мы с тобой как раз пришли в магазин, где, мне кажется, вот для Людмилы очень подходящий есть гардероб. Я бы вообще ее сюда привела одевать, скользко мне, да? Вот давай просто рассмотрим варианты. Тоже очень красивое платье, например. Да, тоже это платье, но то именно... Кстати, оно похоже на мое, ты заметила? Что его можно носить с моим платьем. Да. И это платье, с точки зрения как бы современной моды, оно правильное. В нем нету лишних деталей, в нем нету никаких чрезмерных декораций, украшений. А куда в таком платье может отправиться девушка? Как говорят, и в пир, и в Рим. И в Рим. И можно даже носить с моими сапогами. Оля, тебе надо померить. Так, хорошо. Вот. Платье из такой же серии, похожее, тоже твидовое. Угу. Материал а-ля Шанель, тоже простое, тоже ну, да, кстати, более красиво. Интересная головина, очень такой лаконичный крой. Слушай, мне нравится это платье, и тоже как отлично. И что немаловажно, такой А-образный силуэт, он подходит всем, он на всех фигурах,
смотрится очень даже хорошо. Да, оно хорошо такое для времени года тоже. Ну, слушай, ну, оно похоже, конечно. Вот мне что-то, я сегодня поняла, что я оделась под это, под новый образ Людмилы. Да? Да, и такие платья, они чем хороши? Что, меняя какие-то аксессуары, платья будут играть совсем новыми красками. Если добавить платок, добавить сумку, добавить пояс, одеть сверху пиджак, платье будет универсальное и отрабатывать тысячу образов, и никогда ты не будешь так выглядеть, ну, скучно. Давай я предлагаю вот сейчас нам рассмотреть, да, и, ну, нам нужно выбрать с тобой один образ сегодня. Да. Вот, я предлагаю рассмотреть нам дополнение к этим вариантам и определиться. Да. Так, а Гранд Виктория вообще, вы привозите вещи, какие-то вещи шьете? Расскажите нам немножечко больше. Да, конечно. Я провожу селекцию по турецким вещам фабричным. Также у нас есть свое личное производство. Моя жена дизайнер одежды, да. Мы как бы выбираем лучшее из турецких лекал, совмещаем лекала. Преображаем его, накладываем на него свое мнение в наших трендах ткани, отшиваем продукцию и предлагаем ее конечному потребителю. Замечательно. Так, у вас, я смотрю, уже Новый год, да? Много праздника. Давайте, да, покажем пайеточки. Это наше последнее, да. Оно чем интересно, на нем можно как угодно, но да, я его называю хамелеон. Его можно так сделать, и оно совсем по-другому играет. Если до него дополнять аксессуары. Яна, пайетка нынче в моде? Да, пайетки нынче в моде, они в моде и в вечерних образах, и даже в дневных. А с чем в дневной образ, чем это нужно комбинировать, чтобы мы могли носить это днем? Со спокойной другой одеждой. Спокойные колготки однотонные, черные, синие, там, бордовые. Спокойная что-то прическа, без какого-то дома на голове, спокойная прическа. И это можно вполне носить, одеть сверху пиджак, вы так можете спокойно... Пайетка в этом году только набирает. Она в прошлом году она появилась, ее только самые модницы хотели. В этом году она набирает. Еще в этом году, я как считаю, в моде вот такая вот травка с пайеткой. Мохнатенькая ткань. Да, мохнатенькая, мягенькая, приятная. Она очень классно смотрится, садится, подчеркивает фигуру, несмотря на то, что она сделана... Да, а в комбинации с пайетками травка вообще это ультрамодная тенденция этого года. И вот... Образ на новогоднюю вечеринку, в принципе, готов. Конечно. И можно даже сюда не заморачиваться лишними какими-то аксессуарами, потому что, в принципе, блестит и так много всего, и уже не вешать сюда никакие бусики, браслетики, а образ... Если на вечеринку, то можно даже в домашний так. Жилеткой оно добавит. Изумительно, да. Да, особенно вот... Да. Ну, конечно, стрелка да, вшитая. Подшитая, она гармонировать будет. Мне это нравится больше, чем белая. Ну, мне тоже кажется, и по цвету будет белая, интереснее смотреться. Белая, как на 1 сентября пришла. А это уже цвет и цвет. Да, смотри, как нарядно. Да. И они два цвета, два насыщенных таких цвета, слегка приглушенных. Угу. За счет того, что в цвет добавлен черный. Да, ну очень, по-моему. Вот, посмотри. Очень богатая, такая самодостаточная женщина с красивым цветом. Да, причем, ну, мне кажется, будет очень круто. Мне очень достойно. Мне нравится, что она сможет это миксовать еще помимо всего, потому что очень классные все три вещи. Из этого всего можно, да, составить 1001 образ. Так, ну что тогда, Яна? Берем? Голосуем за это? Я за. Хорошо. Оля, ваш голос. А я тоже за. Мне очень нравится. Мне кажется, что мы Люду сегодня увидим совершенно преображенной. Абсолютно. И я думаю, что она обязательно сюда придет еще и себе подберет, потому что мне кажется, что здесь для нее есть много... Да. Ну, желательно приходить ей все-таки с тобой.
Да, и вообще здесь как бы каждая девушка, в принципе, подберет для себя что-то. Ну, по-моему, что огромное количество огромное всего количество разного такого. Разных стилей, разных размеров, разных... Есть что выбрать, есть что взять. Супер. Ну что, тогда мы определяемся с этим образом. Вы готовы сделать нашей Людмиле такой подарок? Конечно. Вы замечательный. Я за то, чтобы женщины становились лучше и лучше, красивее, чтобы они вдохновлялись сами собой. Нам с вами очень повезло. Спасибо вам огромное, потому что, я думаю, сегодня будет счастья много не только у самой Люды, но и у всех, кто будет на нее смотреть. Большое спасибо, и я тоже буду на нее смотреть. Это замечательно. Девочки, обязательно приходите, посмотрите. Находится все это в Киеве, торговый центр «Караван», и ребята еще находятся на Дарынке. Мы обязательно оставим ссылочки внизу, чтобы вы все смогли увидеть. Мне кажется, здесь столько обаяния, очарования. Вы иногда консультируете клиенток? Бывает иногда, такое? Иногда бывает. Если вам повезет, то это произойдет. Потому что мне кажется, что здесь действительно можно, да, Яна, найти на любой вкус, на любой бюджет, очень много всего, да, разнообразного. И как базовые вещи, так и праздничные, потому что новогодние праздники на носу, и все будут в поисках какого-нибудь того платья с изюминкой, которое именно украсит вашу новогоднюю ночь. Так что приходим, меряем, а мы отправляемся делать Люду... чуть-чуть счастливее. Потому что ничто так не радует женщину, как новая гардероб, новый внешний вид. Это да. Прекрасно. Обновочка. Обновочка. Спасибо вам большое, что вы в этом приняли участие. Нам очень приятно, что такие замечательные люди откликаются и помогают нашим женщинам становиться красивыми. Спасибо большое, что вы есть такие, которые... А, можно я вас в него? Так, ну все тогда, пакуйте нас. И мы поехали. Друзья, мне очень приятно, что когда я прошу кого-то откликнуться, у меня какие-то идеи приходят в голову, вы это делаете. Спасибо огромное всем нашим зрителям, потому что сегодня мы как раз пришли в магазин наших зрителей, которые с удовольствием откликнулись и сказали: «Оля, мы готовы поучаствовать, мы хотим подарить радость нашей девушке, нашей героине, для того, чтобы ее преобразить». И сегодня Grand Victoria делает этот подарок Людмиле просто потому, что любит нас смотреть. Спасибо огромное. Действительно, в магазине Grand Victoria огромный выбор, и если особенно вы женщина, и женщинам сложнее чуточку подбирать себе одежду, нужно больше внимания, сложно стоять там в очередях, в примерочных, приходите. Мне очень понравилось, настолько как-то душевно все, все очень классно, ребята так подходят к своей работе. Обязательно приходите, посмотрите, померяйте, потому что это и удобное место, и огромное количество, они тут просто, ну, очень много всего имеют. Действительно очень качественно, достаточно по разумным ценам, но при этом точно видно, что одежда на вас не разлезется. Так что спасибо еще раз огромное. Я с удовольствием рекомендую сюда приходить всем и девушкам, и женщинам, по крайней мере, посмотреть. Мне кажется, мы очень удачно сходили. Очень замечательный ассортимент. Слушай, ну фантастическое вот, обслуживание. Ну вот смотри, вроде бы как вещи, да, то есть там это не Zara, это вот, но в то же время в таких магазинах вот женщинам, мне кажется, правда, подобрать себе что-то гораздо проще. И, в принципе, наверное, в таких магазинах женщины чувствуют себя комфортнее, чем в огромных таких магазинах, как Zara, Bershka, где какие-то толпы людей, странные манекены в салатовых свитерах стоят. Тут именно ты приходишь... Кажется, тут могут тебе уделить внимание, правда? Вот подобрать, здесь, да, посоветовать. Здесь более камерная какая-то такая атмосфера. Здесь спокойно, здесь замечательный свет, хорошие зеркала. Ты себя можешь видеть, а не быстренько-быстренько как-то там ютиться в примерочной. Однозначно это только плюс магазину. Но мне кажется, что все-таки в такие магазины очень неплохо было бы приходить с кем-то, чему вкусу ты доверяешь, в идеале со стилистом, со взглядом со стороны, потому что намешать, конечно, можно черт чего. Да, здесь магазин такой очень универсальный, в нем продаются и базовые вещи, и очень романтичные, и женственные, и классика, и все-все-все, и много-много-много, поэтому как бы запутаться можно, но... В принципе, у них даже подобрано, у них очень удобно, у них на вешалках подобрано все и по оттенкам, и по направлениям. Здесь платье, здесь блузы.
принципе, очень удобно. Но я думаю, что мы выбрали очень классные вещи, потому что, в отличие от одного платья, эти вещи могут работать по отдельности, и если она удачно все это домиксует, просто будет очень классно. Да, и очень современно, и очень стильно. И просто все ее знакомые, они не могут не заметить те изменения, которые с ней произойдут. А я тебе предлагаю сделать еще очень хорошее дело и прислать ей подборку каждой из этой вещи, с чем она это может носить и миксовать, да, для того, чтобы ей было, да, легче. Мне кажется, это будет очень здорово. У нее будет, да, такая наглядная от меня памятка, которую она открывает, и она будет знать, что добавить, причем в разные сезоны. Класс. Дай пять. Ну что, ты счастлива? Да. Счастлива. Да, ну можешь поблагодарить девочек. Спасибо всем огромное, девочки, за вашу работу, что вы меня прям пригласили. Мне очень нравится. Да, да, мне очень нравится. Марьяна, большое огромное, огромнейшее спасибо. Я уже повторюсь, наверное, я как в сказке побывала. Мне очень понравилось. Спасибо, что вы приехали, выбрали. Да, да. Так, Катя, ты тоже сегодня приехала не просто так, не только для того, чтобы понаблюдать. А мы сегодня подумали о том, что тебя тоже нужно порадовать. И Марьяна приготовила для тебя подарок. Да, сюрприз. Так как ты у нас являешься мастером, притом творческим, у тебя действительно, вот мы с тобой пообщались, у тебя очень такое рвение, и ты действительно вот видишь как взгляд в будущее, правильно мыслишь, правильное направление, поэтому всем нужно расти, всем нужно развиваться, обучаться, поэтому вот от учебного нашего центра тебе сертификат на обучение, на сумму, на любую тему, которая тебе интересна, ты придешь и обучишься, еще раз приедешь к нам в гости, спасибо, мы тебя сюда рады видеть. Спасибо, Олечка. Трогалась. Очень приятно, что вот мы дарим такие эмоции, да? Да, мне даже приятно, что она такая. Спасибо. Кот! Да, ты очень умница, действительно. У тебя очень есть вот такая жилка, которую ты действительно поможешь Людмиле. Вы создадите это детище грамотно и правильно. И скажи, нужно верить, и нужно, да, не сдаваться. Путь непростой, но вы обязательно, у вас все получится. Все, да, получится, будем поддерживать. Я чувствую эмоции. Очень приятно. Ой, боже, как приятно. Умница, все будет хорошо. Вы справитесь. Здравствуйте. Сейчас я уже появилась. Привет! Я как с тобой просто вообще другой человек. Класс! Ну как, очень красиво. Цвет, да, формой. Мейк. Здравствуйте. Так, ну это наша Людмила. И мы пришли, потому что мы сегодня меняем Людмилу. И мы хотим Людмиле под ее новый стиль и образ выбрать новые очки. Такой заключительный штрих. Да, и Оксана, да, это, да, Оксана. Это оптика Оксаны. И Оксана хочет сделать тебе такой подарок. Да. Спасибо огромное. Так, но... Для того, чтобы оптика, я сразу за линзы подумала, у меня ужас. Ужас? Нет, не бойся. Вот, поэтому для того, чтобы сделать это правильно, мы тебе проведем коррекцию, да? Сам, да, да, сейчас врач вас посмотрит на аппаратах, да, выпишет вам рецепт, мы быстренько подберем вам оправу, закажем вам линзочки и все. И красота, да. И вам, давай, останется только поменять им. Идемте. Давай. Нам уже немножко расписали. Что, новый образ и новое оправо. Мы подобрали несколько оправ.
можно подходить мерять. Очки подбираются, исходя из того, какие черты лица у вас. У вас черты лица довольно-таки выразительные и крупные, то есть у вас не меленькие глазки, не тоненькие губки, и вам будут очки, которые чуть-чуть крупные, они будут очень хорошо смотреться. И первую оправу мерите в стиле кошачий глаз, в ней уголки немножко приподняты вверх. Давайте вашу старую оправу мы пока тут положим. Вы в первую очередь смотрите сами. Какая она интересная вообще. Глянь, какая классная. Как самой? Смотри, посмотри в зеркало. Нам нужно же, чтобы эта оправа прочувствована была. Мне кажется, такой цвет оправы, он очень освежает образ, делает его очень стильным. И если Людмиле комфортно, мне кажется, этот вариант надо запомнить. Да, нравится этот? Так, давай попробуем другой вариант, просто на контрасте. Мне кажется, Людмиле сейчас начинает все идти. Красивой женщине уже идет все. И эти хорошо. И что нам теперь делать? Вот обалдеть. Все нравится. Люда, как в этих очках? Какие больше нравятся? Первые, ну вот сейчас вот эти. Сели, ну, посвободнее, что ли. Ну, удобнее. Эти удобнее? Да, вот как-то они сразу как-то по размеру, что ли. То, что вам хочется. Да, Люда, я думаю, что нужно... Я предлагаю сделать так. Я предлагаю сейчас нам все-таки Люду до конца довести. Да. До Давай. Преображения. И затем уже вот совсем новые, померить те и те, и сделать окончательный выбор. У меня сегодня, мне кажется, сбылась мечта. Потому что я наконец-то стала не просто в бизнесе людям помогать, а сегодня с помощью вот всех этих прекрасных людей, которые откликнулись, мы сегодня, мне кажется, увидим совершенно новую женщину. И очень важно, когда мы меняем свой бизнес, когда мы делаем, особенно женщины, какие-то нечеловеческие усилия, очень тяжело в какой-то момент все-таки почувствовать себя вот... теми самыми золушками, когда приходит добрая крестная, машет волшебной палочкой, и ты можешь увидеть себя другой. Поэтому сейчас мы увидим Люду другой, еще более другой. И я больше всего благодарна тому, что у нас такие кайфовые зрители. Вы, Оксана, иди сюда. Оксана, кстати, сейчас проходит у меня марафон 30 денежных действий. Она, когда узнала, что она занимается очками, я сказала, Оксана! Оксана сказала, конечно, да. Да, конечно, я даже не думала. Вот. Я говорила вот. С папой. Папа это папа! Сам, папа приехал за два часа езды до Киева, папа приехал специально на съемку. Какие молодцы! Вот я вам желаю, чтобы у вас все получалось, потому что все-таки бизнес бизнесом, но человечность – это наше главное качество, и Оксана делает этот подарок, люди тоже подарок. Да. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Я думаю, воздастся и тебе, и вам спасибо, что такая дочка прекрасная. Вот, мне нравится, что все-таки наш мир, он не полностью перевелся на какие-то отношения только товарно-денежного характера, а у нас еще есть такая потребность и желание кому-то помочь сделать хорошо. И мы сегодня, я думаю, увидим слезы счастья. Но главное, чтобы у нее что-то внутри поменялось, и она увидела, какая она красивая. Люда, ты очень красивая. Ты просто об этом забыла. Люда! Люда! Смотри на себя в зеркало! Это достойно оваций! Элегантная, молодая, современная, красивая и уверенная женщина в себе. Давай, одевайся, да? Чтобы не посмотрели. Люда, смотри на себя. Тебе нравится? Я себе нравлюсь. Ну, а сегодня это все твои подарки. Оксана дарит тебе очки красивые. Спасибо, Оксана, спасибо. Вот, а наши партнеры сегодня, ты посмотришь уже в выпуске, Grand Victoria дарит тебе красивую новую одежду. А Яна поможет тебе уже в онлайне сформировать и подсказать, как лучше тебе одеваться, как тебе можно этот комплект одежды носить по-другому. И мы хотим увидеть такую новую Люду, потому что это совсем другой человек. Я не узнал. Цвет шикарный, да? И одежда вообще супер.
ты видишь, ты такой хороший стилист. А говорят, зачем? Мне кажется, посмотри на них. Спасибо огромное. Сейчас с вами поработаем в онлайн-режиме. Спасибо огромное. Да, еще вам расскажу, научу, как это все дальше обыгрывать, чтобы вещь не один раз одевалась, не только так. Повернись, покажись людям. Покрутись чуть-чуть. Ну ты совсем другая. Теперь ты хозяйка салона нового, успешного. И теперь ты не можешь сделать так, чтобы салон у тебя не стал самым-самым-самым лучшим в твоем Мариуполе. Ты веришь? Мне очень комфортно, действительно, очень комфортно в этой одежде и в очках, ну, как-то вот, как мое легло, и с этой прической, правда. Я даже уже цвет, когда увидела сразу, когда меня покрасили, я почувствовала, ну, мой цвет. Даже не было такого отторжения, что... Ну, сейчас самое время нам перейти с тобой попить чайку и поговорить о бизнесе, потому что появился Сергей, а это значит, что все-таки теперь тебе красивой. Мы еще раз обсудим, что у тебя сейчас происходит, решим, что мы будем делать с этим, для того, чтобы ты уже завтра, когда отправилась домой, ты приехала не только новая, обновленная визуально, но и точно понимала, что тебе сейчас нужно сделать для того, чтобы в твой салон пришло как можно больше людей, и ты, наконец-то, стала хозяйкой успешного салона, а не того, который там как-то сводил концы с концами. Окей? Ну все, тогда, в общем-то, надевая пальто, вот очки мы оставим, Оксана сделает сейчас линзы, все, приведут порядок, и тебе их пришлют. Яна, спасибо тебе огромное, мы с тобой прощаемся. Яна сегодня целый день у нас тоже на съемках. Сегодня, посмотри, приехала даже Катя на съемки. Вот, помощница главная, Катюша. Катюша, иди попозируй. Иди к нам. Вот так работают наши мамы, вот так вот мы работаем. Так что... Ты же с мамой, да? Катя. С мамой пришла? Вот так все у нас происходит. Ты выдохнула немножко после дня? Да. Мне нравится очень. Реально, помолодела. Ну, я думаю, что напишут многие, как ты помолодела, конечно, и похорошела сильно. Ну вот, но что у тебя там в Мариуполе? В Мариуполе мы открылись 11 ноября в этом году. Вот, так что у нас как бы такой период был, мы 3 месяца делали ремонт, как все знают, вот, и к 11-му все-таки мы успели, как запланировали, мы открылись, у нас было торжественное открытие нашего салона Monami, вот, и, ну, мы довольны, что мы справились с этой задачей. Ну, я смотрела сторис, это было очень-очень круто, прямые эфиры смотрела, я даже не ожидала, вы вообще какое-то грандиозное открытие сделали с ведущими, с угощениями, с фуршетом, да, там, с розыгрышами какими-то, то есть как-то очень-очень круто. Расскажи, пожалуйста, о том, что сейчас происходит в бизнесе, потому что визуально поменялся салон, поменялась ты, и нужно было сделать этот шаг. А что сейчас, какие сейчас у нас есть задачи, над которыми нужно поработать? На данный момент сейчас мы происходит как бы наладка бизнеса, то есть она сейчас происходит практически с нуля, потому что запустили новый как бы проект уже, да, новый дизайн, новые девочки, новые сотрудницы, все по-новому. И, естественно, стоит задача наработать нам новых клиентов, то есть новую целевую аудиторию. Над этим мы сейчас и работаем. Мы начали в самом начале, как бы, когда мы еще к запуску готовились, мы раздали
всем об открытии, кому смогли, да, насколько у нас времени хватило, мы раздали эти листовочки. И в открытии тоже включили сразу фуршет, розыгрыши, все-все-все. А, собственно, все и началось с ведущего, потому что когда мы пошли в агентство праздников, и там нам сказали, вы должны поставить дату за месяц до того, как вы откроетесь, потому что ведущего найти, клоуна найти, это все должно быть обязательно. Без клоуна никак? У нас же дети должны были быть. У нас же как бы с семьей, чтобы приходили. Мы как раз деток и хотели привлечь в салон. Вот. И нам как бы, как мы ориентировались на дату, потом, конечно, мы уже немножко осознали, что мы неправильно ориентировались, просто придумали число, и чтобы это было суббота-воскресенье. Вот, потому что строители нас спросили, а как вы назначили 11 число? Мы сказали, ну, как-то нам так понравилось 11-го. Мы так подумали, что неплохо было бы 11-го открыться. Но строители, конечно, наши были шокированы этим, потому что они видели, что мы по срокам не успеваем, mm-hmm. потому что у нас сильно задержало отопление, которое не включили еще, по-моему, до 1 ноября. И весь ремонт фактически у нас где-то смещался уже на неделю, мы это видели. То есть у нас не сохли стены, у нас не сохли полы, у нас практически, ну, мы уже понимали, где-то 7-8 числа мы понимали, что мы катастрофически можем не открыться. Но вы даже успели. Да, мы успели. Мы успели уже, какой ценой это было, да. Ну, все такие вещи происходят непросто. Скажи, пожалуйста, что сейчас происходит? Давайте конкретики. А мне вот трудности все-таки интересуют все-таки. Вот эти последние там 3 дня, что было у вас? Ну, последние 3 дня мы практически не спали. Мы спали где-то час в сутки, последние 3 ночи, да. То есть вот уже 10 числа у нас еще не было ни кресел. Вы все своими руками доделывали, да? Да, мы делали все своими руками. Кто участвовал? Наши мужья участвовали, потом сыновья, их друзья. Да, такой, знаете, уже, как говорится, помогали все, кто был. Салон изменился в корне. Мы покажем в этом выпуске «Было и стало». И, собственно, метаморфозы ничуть не меньше, чем с тобой. Да, с салоном это тоже произошло, но мы, если вот более детально, может, будет людям интересно, да, они часто вот в комментариях спрашивали за трудности. Mm-hmm. Да, трудности были, с Катериной были, естественно, мы спорили, естественно, кто-то что-то отстаивал. Правда? Странно, да, да, о чем? Давайте, да. Затем, вот, ну, если взять за 3 дня, да, мы понимали с Катей, что мы уже, ну, очень сложно нам успеть на эту дату, но у нас был настолько такой старт, настолько такое желание все это сделать, и мы так с ней сели и сказали, мы успеем. То есть 11-го мы откроемся. Вот, и мы уже где-то 10 числа, вернее, да, 10-го, у нас еще не было ни ресепшена, ни мебели. Ни полов еще до конца не было, ни плитка положена. И что вы делали? И за эту ночь мы фактически, нам в 2 часа ночи привезли мебель, собирали 4 часа. Да, мы докладывали плитку, в 7 утра мы доложили последнюю эту плиточку. Хотя в 11 дня у нас было уже открытие, да. Все, что мы успели, мы быстренько поехали за детьми домой, мы забрали детей в охапку, переоделись, и вот к открытию мы как бы уже были готовы. Ну да, у нас экстремальное было открытие, но если мы поставили задачу, мы хотели действительно, ну, сделать так, как мы задумали, скажем так. Ну супер, ну все сложилось. Все. Давай, да. Все-таки я хочу узнать, что сейчас происходит, что с клиентами. Поменялись ли клиенты, остались ли старые, как поднялись цены, с чем, ну, как сегодня выглядит, есть ли у вас какие-то люди, у вас никого нету, что? Что происходит? У нас люди, скажем так, 50% у нас тех клиентов, которые были, сейчас начали подходить. Как они отреагировали на изменения? Они отреагировали очень положительно. Такое вот иногда заходят и говорят, обалдеть! Ну вот просто даже те сотрудники, которые у нас работали, они пришли на открытие, они тоже были очень удивлены. Вот. Ну то есть даже Катя, дизайнер, она сказала, вы как волшебной палочкой махнули, потому что она видела, что было 10-го,
числа, даже 9-го, да, еще были зеленые стены кое-где. И уже 11-го у нас все беленькое, у нас уже все совершенно в другом этом. Сама довольна, что вот ты в это ввязалась, что ты приехала, послушала меня и сказала, ну хорошо, я буду делать ремонт. Ну то есть какая-то девочка сказала тебе, делай ремонт, закрывай, у тебя плохой салон. Не, ну вообще Людмила самый дисциплинированный наш участник, заметь. Она все сделала, все, что ты ей говорила. Я ей об этом сказала. Ты довольна этим? Ты не жалеешь, честно? Я довольна, я не жалею, Оля. Я действительно, когда я это, у меня даже это мысль, по-моему, 11 числа, я на это все посмотрела, у меня такая была мысль, действительно, Оля была права, я вспомнила, когда вы мне показывали в телефоне вот, дизайн тоже, по-моему, детского магазинчика или чего-то. Я сразу вспомнила, думаю, насколько вот вы видели еще тогда, 3 месяца назад, вот, ну, как это все правильно, это все сделать, все поменять. То есть ты довольна сейчас? Тебе нравится твой салон? Да, мне очень нравится. Мне очень комфортно в нем. Мне очень... Катя это просто... стало предметом гордости сейчас? Ты сейчас вот гордишься, когда к тебе приходят люди? Да, я горжусь, потому что все... Ну, еще никто не сказал, что что-то не так. Все сказали, было сделано все правильно. Очень-очень-очень красиво, очень уютно. Но действительно, то, что мы задумали, то и получилось. Благодаря нашему дизайнеру, которая не хочет, чтобы мы ее рекламировали. Не хочет, почему? Говорит, должна быть за кадром, но мы ей очень благодарны. Она вообще умничка. Ты рада, что вы расстались с Таней и что появился новый дизайнер? Да, мы очень подружились с Катюшей, очень-очень благодарны, как она нас выдержала, и как она нас поддержала и во всех отношениях. Что сейчас с бизнесом? Расскажи мне. Вот, кстати, вот важный вопрос. Вы изменили цены на сколько? Мы изменили цены в районе плюс 100%. И как отреагировал клиент, который остался? Они как бы были готовы уже к этому, потому что, видя наш интерьер, естественно, они понимали, что уже стрижка никак не может стоить тех денег, которые были. Вот. И они сказали окей. Да, окей, потому что сервис, потому что совершенно другая... Как сейчас выглядит обстановка? Ваша встреча клиента, когда к вам заходит клиент, что он сейчас, что происходит? Клиент, как, даже не знаю, как объяснить его чувства, но я думаю, в восхищении. Вы что делаете, чтобы он таким себя чувствовал? Что добавилось того, чего раньше не было в сервисе? Добавилось, во-первых, мы встречаем сразу практически человека, да, проводим в нашу зону комфорта, то есть там, где у нас стоит диванчик, где у нас телевизор, где у нас кресло. То есть мы сразу предлагаем там шкафчик раздеться, предлагаем кофе, да, все, да, все новенькое, все запах вот этого нового оборудования. Вообще, ну вообще комфортно. И людям комфортно, естественно, когда мы уже говорим о ценах, они спрашивают, ну так, сколько будет стоить стрижка? Мы говорим там столько-то, столько-то. Они говорят, ну хорошо, практически все соглашаются постричься. И потом девочки, вот Катя уезжала на неделю, она сейчас поехала, записалась в школу Олега Данильченко, то есть она будет обучаться 9 месяцев. Угу. Вот, она получит международный сертификат. То есть это она будет основательно уже изучать колористику, стрижки мужские, женские, полностью все. Угу. Вот, и когда вот ее не было, 5 дней она уехала, я осталась с девочками как бы сама, да. Девчонки еще молоденькие, еще некоторые есть у нас опытные, есть, а есть еще только закончившие. Вот, и тем не менее, вот все, когда был наплыв людей, у нас как-то один день вообще никого не было, да, а второй день у нас был целый день забит. Вот, и девочка вот новенькая, да, она всех обслужила, она всех подстригла, и все были довольны, потому что я ж, естественно, стою тут рядышком, спрашиваю, вы довольны, вам нравится, они действительно, но видно было, что люди действительно говорят, что им понравилось. Что сейчас, какие задачи мы сейчас ставим, что мы будем решать? Сейчас, конечно, хотелось бы поработать над наполненностью салона, угу. Потому что открылись ноябрь месяц вообще считается в парикмахерстве, это ноябрь и февраль, по-моему, 2 месяца, которые очень слабые по этим. И, конечно же, хотелось бы расширить целевую аудиторию, хотелось бы привлечь больше людей, чтобы о нас больше узнали. Потому что та реклама, что у нас есть сейчас в Инстаграме, на сайте 0629, ее недостаточно. Оттуда люди приходят, но их приходит мало. Потому что, ну даже не знаю. Какие у вас идеи?
Идеи хотелось бы, конечно, как-то, может быть, близлежащий район, где мы находимся, да, мы находимся рядом с центром, разнести рекламу, может быть, как-то, ну, не знаю, по подъездам, ну, смотрите, как-то достучаться, что мы вот работаем. Давайте вот все-таки, мы сегодня с девочками уже много общались, я все-таки хочу какую-то конкретику сейчас люди дать, сегодня был очень тяжелый длинный день, чтобы уже наши мозги... ее мозги не заставлять сильно напрягаться. Я предлагаю несколько простых, но очень действенных способов. То есть, когда открывается что-то новое, и есть действительно конкурентное преимущество, да, ну, классный салон, свеженький, новенький, хорошие мастера, все, но люди об этом, естественно, не знают, да, многие не знают. Вот, должен быть какой-то очень сильный оффер, какое-то сильное предложение, которое бы помогло нам без препятствий получить клиента. То есть из серии «глупо не купить», да? Когда предложение настолько сильное, и оно настолько безопасное, что ты, в принципе, думаешь, ну, почему нет? Да, почему бы мне не прийти? То есть бесплатно плохо, потому что мы не можем никак человека фиксировать и контролировать, поэтому все-таки это должно быть каким-то образом платным. И мы это предложение вывешиваем на флаг, как мы называем. То есть мы с помощью этого предложения привлекаем. Например, торговый центр, да, там какой-то там, неважно, Ашан, Метро, они, как правило, вешают самую низкую цену на масло, на полотенце, на что-то там. И пишут, у нас там масло, вот везде оно стоит 100 рублей, а у нас оно стоит там... сегодня 50 рублей, да, или там 25 рублей, бешеная скидка, они никак на этом не зарабатывают, но люди говорят, о, класс, и они идут туда, вот, и дальше уже человек, естественно, никогда одно масло не покупает. В случае с вами, вам нужно посадить мастеров ваших и сказать, ребята, нам нужно сейчас наработать новую клиентуру, мы команда, мы должны сделать это вместе, поэтому мы предлагаем сделать такую-то акцию, например, вы говорите, что у нас будет бесплатная укладка, или там укладка там за, ну, какие-то небольшие деньги. Или, я не знаю, в зависимости от тех услуг, которые вы предоставляете. Там бывает, там, не знаю, там плетение, бывает, там вы какой-то можете подарить, не подарить, а продать, там, например, абонемент на 5 укладок там, по какой-то небольшой цене, по стоимости одной. То есть человек покупает это, и дальше задача мастера уже, вы уже должны это вместе разработать, чтобы он в процессе, например, смотрел, пока его укладывает, и говорит, смотрите, вам было бы хорошо, например, изменить форму прически, вам было бы хорошо поменять цвет, вам было бы хорошо пройти лечение, вам было бы хорошо вот такой домашний уход, чем вы ухаживаете. И мастер, когда он понимает, что он с этого клиента сейчас не зарабатывает, он пришел как лидген, но... у него стоит задача оставить себе этого клиента. Он будет очень стараться. Вы должны проговорить возможные варианты. Вот когда мы делаем такое сильное предложение, тогда имеет смысл, я вам сегодня об этом говорила, дать, например, тот же покупон с этим сильным предложением. То есть дать рекламу, напишите просто на этот покупон, там все как бы известно. И люди по таким предложениям, они себе находят что-то новенькое и опробуют. То же самое, если вы делаете флайер. Если вы сделаете просто «мы салон красоты, мы открылись», то, как правило, это не предложение, это не офер. А если вы сделаете там тот самый оффер, что-то по небольшой цене, что то людей есть, заинтересует, что да, ваша задача получить поток клиентов, не заработать с них, а получить поток клиентов, а дальше уже изначально продумать, а каким образом вы будете этих клиентов монетизировать. То есть кого-то не надо будет даже продумывать, он придет и скажет, прикольное место, класс, я о нем не знал, я просто попал сюда, потому что я увидел спецпредложение, я прохожу мимо него каждый день, я его не вижу. Кто-то приедет специально к вам и скажет, слушайте, какой классный салон, я даже не подозревал, что здесь так здорово. Кто-то придет, обслужится и уйдет. Но ваша задача, получив большой трафик, уже работать с этим, потому что это гораздо проще, чем сидеть и ждать поодиноких клиентов. Дальше все окрестности, которые у вас есть рядом, все, что касается корпоративного сектора, то, что ты говорила, здесь у вас юридический салон, здесь у вас еще что-то, нужно прийти и тоже раздать вот в такие моменты места. Мы уже прошлись, мы уже в Приватбанк зашли, мы уже в паспортный стол зашли. Это дало вам какой-то выхлоп? Да, да. Ну, пришли, уже несколько клиентов пришли. Вы с чем пришли? Просто сообщили им? Сообщили, просто дали сообщили, визиточку, сказали, приходите к нам. Вот видите, стандартный этот. Вот. Это офер, очень слабое предложение. Офер должен быть очень сильным. Всегда создавайте беспрецедентное предложение, когда человеку глупо не купить. Например, я сейчас провожу онлайн-марафон и буду проводить его сейчас на регулярной основе. 30 денежных действий. Каждый день я даю одно действие по цене $1. Сегодня кофе в Маке стоит $1, 28 гривен. Это сильное предложение, учитывая, что это очень сильный продукт. Мы собрали 250 человек в первую группу очень легко.
Потому что глупо не купить. Потому да, что даже цена, я запомнила, вот, я читала. Потому что цена значительно выше ценности. Мало того, человек думает, ну даже если там не очень, это не такая большая цена. Я попробую. Но когда он пробует, он уже понимает в дальнейшем, вау, я за такие деньги это получил, у него уже есть кредит доверия к моим остальным услугам, у него уже, то есть он уже прогревается, и у него есть возможность за небольшие деньги принять решение. Например, в дальнейшем я могу, класс, я могу у этого человека учиться, здорово, я могу ему доверять. Или сказать, да нет, она мне не подходит. Но это минимальная стоимость. Мы сегодня не готовы рисковать большими деньгами. Но маленькими суммами мы по-прежнему рискуем, потому что если мы не рискуем, то мы не развиваемся. Вот это, мне кажется, сегодня для вас самое ключевое действие с моей позиции. Сергей, да, с вашей позиции есть какие-то предложения? Ну, если говорить о том, как распространять свой оффер, да, потому что первое, что нужно, это оффер придумать классный, чтобы он вам был не в убыток, да, хотя бы не в убыток, но для людей был очень выгодный. Потому что вам нужен сейчас поток клиентов, на котором вы не зарабатываете, но из которых вы нарабатываете себе клиентов. Ну, вот. Производство, то есть своими да, да, да. И плюс у вас люди не простаивают, у вас нарабатывается какой-то опыт. Это первое. Но, и вы учитесь им продавать. Так как я люблю в интернете продавать, а не так вот, не в офлайне, то я бы настроил просто рекламу на Инстаграм. Вот этот вот оффер сильный, я бы рекламу этого оффера настроил бы в округе там 300 метров, например, от вашего салона. Инстаграм, Фейсбук. Uh-huh. Вот, может быть, если там ВКонтакте воспользуются, да, там теоретически. В общем, Инстаграм и Фейсбук 300 метров диаметр на всю вашу целевую аудиторию. То есть у вас женщины там 30-40 лет, да, например. Вот на всех женщин в этого возраста, просто на всех. Вот, которые в округе 300 метров, чтобы они это видели. Это будет недорого, потому что это Мариуполь, это будет недорого, небольшая да, территория. Это не так много людей там, там находится, да. Угу. И вот чтобы они этот оффер видели в своей ленте. И они все время в ленте это будут видеть. Вот это вот нужно настроить, и это будет... Это проще, чем человеку эту листовку как-то дать. А это ну, больше как взгляд. Видео будет, должно быть, или как фотография и текст? Это картинка. Это картинка, на которой сразу... Вот человек увидел, и он сразу понимает, о чем речь. Очень ясно. Смотри, и понятно. Это пост, это рекламируется какой-то пост. Я предлагаю вам встать и подумать, какие это могут быть предложения, и прислать мне перед тем, как можно вы будете что-то настраивать. Возьмите и напишите мне, например, Оля, у нас есть такие предложения. Я помогу вам их сформировать, чтобы они звучали ярко в предложении. И дальше отлично, вы включите да. тест. Ну, это будет сами проще. Придумываем, да. Мы не знаем, какое, как лучше выбрать. Да. Я думаю, что это будет очень правильным. Нужно тестировать разные люди. Ну, будет видно, на какие люди будут лучше откликаться. Я думаю, что мы даже возьмем кого-то из команды. Да, у нас есть много участников, чтобы люди было проще. Мы найдем сейчас тебе человека, подберем, свяжем тебя как раз. И который поможет настроить эту рекламу и посмотреть на эффективность. Ну, сделаем тебе еще такую дополнительную помощь со второго сезона, раз уж ты у нас такая отличница. Вот, мы не будем от тебя отказываться дальше, да, и будем тебе помогать и вести тебя до тех пор, пока твои результаты не станут такими, которые будут радовать и нас, и тебя. Вот, это будет наш, Сергеем, спасибо. Тебе еще один подарок, потому что ты действительно молодец, ты действительно делаешь то, что тебе говорят, и мы видим результат. Я думаю, что этого будет на данный момент, мы на этой точке остановимся, не будем больше тебя загружать, и посмотрим через, я думаю, месяцок, да, как раз мы, ты, кстати, приедешь к нам на празднование в декабре, да? Да, 22-го. Вот. И я думаю, что мы как раз обсудим тоже, что происходит, и будем помогать тебе дальше. Я хочу тебе сказать еще раз в кадре, что ты большая молодец. Что когда ты меняешь свою жизнь вот так, а ты ее меняешь, у тебя может меняться очень много всего вокруг, а может не меняться. Но, скорее всего, будет что-то происходить. Помни самое главное, смотри на себя почаще в зеркало, ты очень красивая, ты об этом забыла. Ты приехала к нам, Людочка, у которой очень сильно горели глаза, которая сказала, я буду делать, ты... Для меня со стороны была самым нетипичным героем. Ты была бы последней, в кого бы я поверила, если бы я смотрела на вас в шеренгу. Но ты первая сейчас. Ты первая сейчас, в кого я верю. Ты номер один сейчас среди всех участников. Ты очень красивая.
Я сегодня увидела, я не знала, какой тебя сделают, я сама не понимала. Но я сегодня вижу сформировавшуюся Люду. И у тебя большое будущее, большое плавание, ты огромная молодец. Я хочу, чтобы все, кто смотрели нас с регионов, особенно, кто находится в маленьких городах, кто считает, что у них нету сил, нету возможности, видели, как возможно при желании аккумулировать своих детей, мужей, привлечь партнеров, найти денег, которых нету, взять кредит, одолжить, но как возможно двигаться. Ты показатель, ты пример сегодня для огромного количества девушек, женщин, мужчин. Я хочу, привлекла мужа, детей, друзей, детей. Я хочу, чтобы вы написали, люди, истинные свои сейчас ощущения, потому что ты сейчас в некотором смысле Жанна Д'Арк такая, понимаешь? Ты пример огромный, колоссальный, потому что люди всегда смотрят и говорят, ну, конечно, Ольга, у вас там понятно, муж богатый, у вас вот, они не видели, многие не видели мою историю. Твою историю видят сейчас и видят, что это реально, и видят, как можно преображаться. Я хочу, чтобы ты также преображала женщин в салоне красоты, которые к тебе приходят. Я тоже хочу, чтобы ты пообещала мне, что ты будешь смотреться в зеркало каждый день. И что как хозяйка салона красоты ты будешь начинать свой день с красоты. С того, что ты будешь делать себе макияж, с того, что тебе будут укладывать волосы, с того, что будут поддерживать красивый цвет, с того, что ты будешь смотреть, что ты на себя надеваешь. Чтобы ты подводила свои глаза шикарные, чтобы ты подводила свои губы, чтобы ты видела, что ты привлекательная, сексуальная, молодая, красивая женщина, девушка, чтобы твои дети тобой гордились, и взрослые, и маленькие. Ты другая совершенно сейчас стала, и это есть ты. Мы просто тебе сейчас вернули тебя со всеми замечательнейшими людьми, с которыми мы сегодня встретились. И не было ни одного негативного человека. Это прекрасно, что на тебя откликнулось такое количество людей. Это значит, что ты в правильном направлении, что Вселенная тебе всячески помогает. Тебе хочется помогать. Я бы и сама хотела уже помогать. Такие же, как я. Я хочу, чтобы ты расцветала. Я не хочу, чтобы ты угасала, чтобы ты чувствовала себя уставшей. Ты прекрасна, ты очень красива. Скажи, как мужчина. Класс. Как мужчина говорит. Ты помолодела сегодня на энное количество лет. Ты больше не тетушка в рюшиках. Ты хозяйка хорошего, классного салона красоты. Мариуполь? Правда? Я думала, вы отсюда. И вам спасибо, так что правильно меня подтолкнули, правильно дали пинка. Так что, если бы, наверное, этого не было, и ничего бы не было. Ты сама приехала за этим пинком, ты взяла его и правильно использовала. И мы будем продолжать сейчас строить твой бизнес. Я хочу, чтобы ты финансово чувствовала себя прекрасно. Я хочу, чтобы Катюша чувствовала себя прекрасно, потому что с Катей тебе тоже повезло. Она очень хорошая. Она сегодня уехала раньше, потому что у нас сегодня целый съемочный день огромный. Кате нужно было вернуться, вот Люду мы оставили. Но Катя тоже огромная молодец. Она сегодня так плакала. Сегодня Марианна подарила обучение в Sunday Group. И Катя так искренне плакала. Я в очередной раз поняла, как тебе повезло с искренним таким человеком. Она так радовалась за тебя. Она говорила мне, посмотри, посмотри, как у нее горят глаза. Посмотри, как она себе нравится. Посмотри, какая она красивая. Она радовалась за тебя. Людей, которые радуются за тебя, очень сложно найти. Поэтому держитесь, девочки, друг друга. И сейчас только вперед. Я понимаю, что вы устали, но сейчас не время расслабляться. Сейчас нужно направить свои усилия и наконец-то получить то, что вы заслужили. Ну, себя хочется, конечно, уровень свой поднять. Действительно, вот сейчас в таком образе мне легче и комфортнее я себя чувствую, как директора салона. Да, трудности, это все преодолимо, если кто-то боится начать, или я могу обратиться к аудитории, что-то сдерживает. Вот именно всегда сложно сделать первый шаг. Он всегда самый сложный. А потом, вот особенно вот сейчас, участники заходят под вашим управлением, руководством. Это очень-очень, я считаю, большая удача попасть в такой проект и действительно, ну, достичь, да, достичь то, о чем ты мечтал. Что ты хотел изменить в себе, так что огромное спасибо. Я действительно искренне благодарна вам за то, что я попала в проект, и за то, что вот такое все произошло.